Так, всем доброе утро. Сейчас я в Чехии, и мы идем тут с друзьями покорять вершину. Еще точно не помню по названию какую, но, в общем, путь наш будет составлять 25 километров по горам. Вот, буду снимать видео там. Очень много будет красивых видов. Поэтому это только первое видео со стоянки. Сейчас уже выдвинемся в дорогу. Буду дальше снимать. Все, до следующих видео. Так, всем привет. В общем, продолжаем мы двигаться. Прошли где-то мы 3,5 километра. Вот был спуск. Мы вот оттуда идем. И сейчас будет довольно-таки долгий там на протяжении, наверное, 8 километров подъем. Там уже сильно снимать и не буду. На подъеме достаточно тяжело. А уже когда там буду наверху, то уже сниму там красивый вид. Все здорово, делали уже перерыв, потому что там были спуски, подъемы небольшие. Попили кофе, и сейчас вот будет подъем. Все, до следующих видео. Так, всем снова привет. Вот а вот вышка, которую мы видим. Там мы будем через 3 километра. Красота, как всегда, в горах. Все, следующее видео будет там. Так, вот мы на чешской стороне сделали привал. Ненадолго отдохнуть. А потом последний рывок, там пару километров нам осталось. Вершина называется Праджадек. Сейчас я еще поближе покажу, если видно будет отсюда. А, нет, не видно. Ну ладно. В общем, нам в ту сторону еще пару километров осталось. Ага, есть на... Да, 2,5 километра вам. Прадед. Праджадек. В общем, вот это наша вершина на сегодня. Ну и всего путь наш целый составляет 25 километров. Здорово вообще. Так, с самого утра в горах уже. Сейчас около 10, наверное. Встала я сегодня в 5, в 6 мы выехали. В общем, здорово. Сниму еще с вершины. И на обратной дороге тоже еще буду снимать видео, потому что мы другой трассой возвращаемся. Так что все, до следующего видео на вершине. Так, прошу прощения за ветер, но здесь очень ветрено. Вот это наш конечный пункт. Прадядек, прадед. Вот, и отличные виды, но ветер очень сильный, так что извините. Да, облака у нас даже такие кругом. Солнышко зашло. Довольно-таки холодно здесь, но очень красиво. Тут пообедали, и сейчас будем уже возвращаться другой дорогой вниз, обратно на стоянку. В общем, вот так вот. Я очень довольна такой поездкой, 25 километров по горам. Здорово. В общем, я еще буду снимать, скорее всего, по дороге вниз, может быть, одно-два видео. Вот это по чешской стороне находится такая башня. Кажется, в этих горах она единственная на такой высоты. А сейчас мы находимся на высоте 1564 метра. Еще плюс, кажется, сама эта башня, вот получается вот этот вот уровень, кажется, еще плюс 73 метра, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, как-то так. Здорово, в общем. До следующего видео. Вот мы уже на спуске. Вот такой вот ручеек по дороге. И такой маленький водопад. Сейчас все время идем по спуску. Не знаю, будет, скорее всего, еще подъемы до парковки. Может быть, еще что-то сниму. Но идем такой вот узкой дорожкой все время. Красиво. Очень красиво.
Так, ладненько. До следующих видео. Так, и это уже последнее видео на сегодня. Уже у нас часа 3. И мы уже возвращаемся. Последний кусочек дороги остался. Сейчас по асфальту, а потом острый подъем будет. И там буквально 3 километра острого подъема, и мы уже будем на парковке. Очень красиво. Еще золотая осень вокруг. Ну, уже не такая яркая, как была. Ну, еще так встречаются желтые деревья. Я очень довольна. В общем, когда мы вернемся, то будет ровно 25 километров по горам. Отличные ребята. Надеюсь, не последний раз мы вместе в горы выбираемся. Все. До следующих видео. Пока-пока.